В Нижнекамске ищут грабителя, пытавшегося вскрыть банкомат. Как выяснили полицейские, 5 апреля в 2 часа ночи неизвестный пытался вскрыть переднюю панель корпуса банкомата. Инцидент произошел на первом этаже жилого дома номер 49 по проспекту Химиков. На тот момент в банкомате находился 1 миллион 378 тысяч рублей. Однако похитителю не удалось добраться до денег, и он скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере».